будет тяжело. Сегодня подбираемся к тяжелой артиллерии. Да. Свеженаписанная композиция моя. Глеб тоже помогал, конечно. Мы как бы очень любим классическую музыку. И классической музыке, ну, как можно назвать, академической, да? Самое ценное в этой музыке, ну, помимо всего остального, это форма для нас, по крайней мере. Драматургия. Форма. Да, форма, драматургия, это все об одном и том же, форма. И следующая композиция, это, можно сказать, такая сонатная форма, да? Ну, в одной части. Точно не сонатная. Как, есть главная тема. Больше на рондо похоже. А? Больше на рондо похоже, чем на рондо? Рондо. Если бы еще в той тональности закончил, в которой я начал, было бы вообще замечательно. Не, не рондо. Кроме тебя никто ее не заметил. Называется она «Фламенко». Это было как это было... Рабочее название, но мы решили его ставить как-то не реже, как другие названия, например, которые у нас есть. Да, в общем, расключение дошли. Да, и называется «Фламенко», это крупная форма, сейчас послушайте такой испанский стиль. Можно сказать? Да, пожалуйста. Расскажу немного историю о том, как мы с Матвеем познакомились, и перейдем к «Фламенко». Значит, да, параллельно, юморист. Значит, искал пианиста, искал композитора, ну, нашел Матвея, безумно счастлив. И Матвей, значит, поначалу, когда мы писали с ним музыку, или он писал, он прислушивался ко мне, он такой, да. Ну, ему было тяжело, конечно, вследствие своего большого эго, можно так сказать. Да. Но все равно прислушивался поначалу, то есть какие-то комментарии. В этой же композиции он не слушал ни один из моих комментариев, просто вообще, ну... Вот все, что я когда-либо за всю свою жизнь накопил в плане понимания композиции и так далее, вот он все нет, отрицал. И в итоге получилась вот такая композиция. Я ее сыграл на репетиции вчера, мне очень понравилось. Посмотрим, как... Да, посмотрим, понравится ли вам, но действительно. Композиция новая, называется «Фламенко». Thank you.